Всем привет, друзья! Вы на канале Собачка.ком. Я буду продолжать дом, ну потому что я вот строила его, и мне уже большой дом. Я на видео его снимала. Я вышла, что мне слишком много места. Я удалила несколько видео, которые были неправильные. Мне сестра мешала их делать, я сейчас их всех удалила. И у меня остались самые ценные. Я передумала делать вот тут вот. Как я вам и говорила. Сейчас, потом мы после чего поставим дом, мы возьмем яблочки, оденемся по-профессиональному. У нас будут сундуки. Если мне ничего не будет хватать, мы еще что-то сделаем. И мы ищем. Нам нужно, ребятки, нам нужна железная дверь. Блин, еще дождик начался. Я ненавижу дождик. Хотят кушать. Сейчас попытаемся. Ребятки, у меня глючки. Ты... Да, е... Мама. Сэм. Тайм. Сэт. Д. Д. Е. Тайм сэт. Дэй. Нет, ребятки, у меня ничего не вышло. А потому что я ну. Я даже список не умею. Давайте попробуем посылку. Еще тебе мешает дождь. Сейчас мы дойдем где, ну нам нужно найти плита. Я вам не говорю, потому что я забываю. Это было намного прикольнее. Мы ставим железные двери, и она почему-то открытая. Сейчас мы ее закроем. Блин, так круто. Все открытые, и мы ее сюда. А там мы не поставим плиты. Потому что... Мы сможем. И сейчас мы закроем плиты. Я типа сделала вот это. Ой, это нужно сундуки. Мы ищем сундук. Мы нашли сундук. Вы знали, что это ловушка? Если да, ну пожалуйста, ставьте лайк. Конечно же нет, мне не нужно ставить лайк, потому что я еще не такие уж и хорошие видео снимаю. Согласна. У меня все забито теперь сундуками. Это ничего? Ну, уютненько. А теперь, ребятки, мне нужно найти, где вода. Ну, вот тебе вода, да. Такая маленькая почва. Ну, вот такого.
выкинем это все. Извините, что я чуть-чуть приостанавливаюсь, у меня тут телевизор играет. Я не могу его трубить. Дождь этот. И компьютер. То есть телевизор почему-то. Блин, дождь. Звук на ноль, потому что он нам будет мешать. Без дождя намного лучше. А зачем я железную дверь здесь поставила? Не надо было железную дверь. Я бы как потом заходила. Не, можно было бы оставить, а тут поставить кнопочку. И кнопка. Вот, мы сделали все, что надо. Теперь... Давайте... Мы не будем выходить. Почему-то мне не хочется. Тут кровать легко убирать. Давай мы возьмем сейчас себе... Я забыла, что я хотела взять. Мы в полной алмазке. Нам ничего не страшно. Давайте, мы должны найти... Все, я ничего не знаю, что нам надо найти. Ребятки, я забыла, что нам нужно найти. Уже становится ночь. Это к лучшему. Потому что мы сейчас... Ой. Потому что... Ненавижу такие... Железные. Наверное, мы сейчас проснемся где-то на сундуках. Нет? Нормально.